Эту площадку с искусственным покрытием построили на деньги, выделенные депутатом. В пятой школе любят заниматься волейболом, есть своя команда. Где-то более основательный с выравниванием стен, а где-то легкая косметика. В школе около 40 классов. Также в этом году здесь усовершенствовали систему безопасности. Новый замок на входе. Кроме того, заменили часть пожарной сигнализации в спортивном зале. В ряде помещений появились новые датчики. 1 сентября в школу придут более 1700 ребят. Из них процентов 40 – ученики младших классов. В этом году все первоклассники бесплатно получат учебные тетради и прописи по всем предметам. А ученики вторых классов – по русскому языку, математике и окружающему миру. Это все за средства бюджета муниципального. Наша задача – облегчить родителям подготовку школьника к школе. Канцелярию купить, тетради купить, школьную форму приобрести, спортивную форму приобрести. Это не так дешево, а у нас очень много многодетных семей в школе, очень много. В этом году все школы полностью обеспечены учебниками. На общую сумму контрактов более 9,5 миллиона рублей приобретут порядка 46 тысяч книжек. Более 11 миллионов рублей из муниципального бюджета выделено на доступную среду. К новому учебному году у нас сейчас готовятся все школы муниципалитета. Это и косметический ремонт, и благоустройство территории. Естественно, что на эти виды работ выделяются муниципальные средства. В этом году на средства муниципального бюджета планируется приобрести 3 школьных автобуса, а еще 2 при софинансировании с краем. Новая техника должна поступить в школы станиц Анапская и Гастагаевская, а также хутора Чекон.